Но уже в эту пятницу в Оренбурге стартуют субботники. Между тем, активные горожане уже начали уборку территории. Сегодня с самого утра работники ресторана «Трефоль» с вениками и лопатами наперевес делали улицы вокруг себя чище. Мы хотим убраться, во-первых, вот этот сквер, который, он не является же нашей собственностью, здесь вот детская площадка, мы ее хотим привести в порядок, все покрасить, побелить деревья, навести порядок на прилегающей территории, то есть програблить всю траву и убрать мусор, который с зимы вот накопился. Ну и, как признается Алексей Маринин, инициатива шла от команды ресторана и была встречена главой кулинарного дома позитивно. Совместными усилиями поварам и официантам удалось привести в порядок сквер и детскую площадку. Я работаю на этой территории и хотел бы видеть ее чистой, так приятней. Вот я считаю, что это инициатива всех горожан должна быть, чтобы выйти на улицу и сделать город чище.